В эфире самая энергопоглощающая среди энергосберегающих и самая энергосберегающая среди энергопоглощающих рубрик программы «Галилео», которая называется «Эксперименты». Как вы знаете, друзья, механическая энергия может перейти в тепловую. Вот я сейчас помешиваю чаек. В принципе, если я буду помешивать его интенсивнее, можно дождаться того момента, когда он закипит. Еще бы. Я, знаете, так иногда помешиваю чаек, что и чашка плавится. Но сегодня не об этом. Оказывается, есть вещества, помешивая которые в воде, вы не будете нагревать это, а оно само будет остывать да так, что охладит всю окружающую атмосферу вокруг себя. Вот яркий тому пример. Это горошина пенопласта. Не, неправильно. Что это? А, чуть не забыл. Это же селитра аммиачная. Вот так она выглядит. Бабушки в огородах сыпют ей куда надо и куда не надо, потому что она является удобрением. Более того, если она хорошенько слежится в погребе, она может так долбануть, что мало не покажется. Но самое интересное, что она же, внимание, насыпаем ее, ого, насыпаем ее так немножечко, она же, друзья, в процессе растворения в воде удивительным образом охлаждается. Хотите доказательств? Ха, пожалуйста. Берем пробирку, берем водичку, аккуратно заливаем водичку в аммиачную селитру и размешиваем. Растворяем, как говорится. Вообще, в принципе, любое что-то с кристаллической решеткой, когда растворяется в воде или в других жидкостях, разрушается вот эта кристаллическая решетка, и на это требуется некая энергия. Поэтому, в принципе, все, когда растворяется, немножко должно охлаждать окружающую среду, но если другая реакция, конечно, это не перебивает. Например, если вы также в воде растворите кристаллическую решетку негашенной извести, то вы получите другую реакцию, когда будет выделение тепла. А в данном случае все наоборот. Ого, слушайте, она холодная стала. Растворилась аммиачная селитра в воде, и при этом энергия не выделяется, а наоборот поглощается еще какими темпами. Так вот, друзья, вот этот коктейльчик холоднющий, он, собственно говоря, иногда применяется и в жизни. Я вам чуть позже расскажу, где конкретно. Сейчас я хочу посмотреть, насколько сильно у меня... Ох ты! Нифига себе! Друзья, вы представляете, что... У меня, как у человека неопрятного, всегда в пробирках остается немножко воды. Я же их мою все-таки. Так вот, и эта вода взяла и замерзла. Превратилась в лед, другими словами. Слушайте, продолжаем. Продолжаем растворять нашу аммиачную селитру в нашей обыкновенной воде. Раствор становится очень-очень холодным. Ух ты! Фантастика. Ого! Смотрите, что произошло, друзья мои. У меня настолько охладилась жидкость, в которой я растворял аммиачную селитру, что стакан примерз к доске. У меня же, как у нормального человека, всегда везде пятна. Ну, в смысле, не пятна, а как эти, капли воды. Да, неаккуратный я был, забыл протереть. И теперь смотрите, что примерз, стакан примерз. Мама мия. Вот сюда посмотрите. Он мало того, что примерз, он вообще доску проморозил насквозь. Сейчас, конечно, многие подумали, да, там намазал клеем, фигам-бегам. Ничего подобного. Сейчас я вам докажу, что там никакого клея нет. И здесь мне поможет мой замечательный чаек. Он у нас горячий, пригорячий. Я этот горячий... А не взорвется? Не должно. Вообще, я редко молоко смешивал с селитрой. Сегодня попробуем. Вот, сейчас я кипяточком как ливану сюда. О! Сейчас горячий чаек нагреет эту жидкость, которая была очень холодная. И на ваших глазах никакого клея, друзья. О, стало уже оттаивать потихоньку, да? Нет, нифига. На ваших глазах случится чудо. Видите, о, опа! Я же говорил. Ну что, мы с вами убедились, что аммиачная селитра при растворении в воде охлаждается очень сильно. А теперь самое главное, где это применяется? В аптечках автомобильных наверняка увидели такую замечательную вещь. И называется она по-научному
«Снежок». Пакет гипотермический для оказания первой помощи. В чем суть? Здесь у нас есть та самая селитра аммиачная и вода. Разбиваем. Вода начинает что? Растворять селитру. И пакет начинает холодить очень сильно. Ну, собственно говоря, каждый может это сделать сам у себя в машине. Для этого вам нужно сходить в машину, взять аптечку, вот этот пакетик разбить, приложить к себе ко лбу и смотреть нашу передачу дальше.